Кобра, хищная. Иди сюда, старей. Лучшее средство, это, конечно, как бы показ на всю длину поводка, лес, да? Эй, стоп. Вот, да, вот я сейчас, если так сделаю, вот близко подойду. Ну, давай, блин, ёж, надо было взять. Короче, когда подходишь, что к шелтик, что к Коле, особенно если Коля не крупная, подходишь, они, естественно, начинают садиться, потому что ему как-то надо видеть. Практически все наши собаки заточены, научены смотреть контакт глаза в глаза, да, для того, чтобы хорошо, адекватно увидеть твои глазки, собака, блин, приходится ей садиться. Нам это не нужно, поэтому в идеале мы показываем собаку на длину поводка, и тогда она тогда тебя видит, не усаживаясь. У меня тут тоже, допустим, ее на длину поводка. Но, Олег, у тебя просто, вот это собаки просто, они как бы, во-первых, вот это достаточно... Ага. Ко мне подходит, да? Я тебе сейчас хочу объяснить. Вот эта собака просто достаточно уже опытная, достаточно боится. Вот эта собака УКДшная, она просто на расстоянии имеет работать. У тебя тоже это будет, но пока мы сейчас будем с тобой работать над тем, что вот на таком расстоянии, отлично, садиться не надо. Понимаешь, с Колей, вот это достаточно модно. Крышашастных коляк, да, показываешь здесь себе, на мой вкус это ужасно. Вот, но в длинниках это вот очень мало распространено, и я тебе прям настойчиво не рекомендую показывать ее сидя. Тебе достаточно будет потихонечку учиться ее учить отходить от нее. Ну да, но у нее вот еще чуть вот голову, да. Ты понимаешь, ага. Уши. Да, это да. Я тебе сейчас, давай я тебе покажу, это достаточно просто тоже, в принципе. Не, ну да, ее. Да, все. Опять-таки, чтобы ей сумку сожрала увидеть, сумка у тебя, ну хотя, в принципе, у тебя не сыпется. Не, ну можно, конечно, на коленочек. Не-не-не, сумка не надо, достаточно, вот, смотри. В твоем, да, я по тебе пошарюсь, по чужому мужику. Смотри, вот тебе достаточно вот на уровне, вот здесь показывать кусок, не вот здесь, а вот здесь. И у нее уши будут корректные. У меня на самом деле у нее такая же проблема, да. Несмотря на то, что у нее уши тяжелые, я подхожу к ней, и у нее сразу уши забирают, все. Вот, Джана, держи. Давай, блин, смотри, еще. Держи.